видишь, валяются? Вон что-то как вот дерево там на дороге, и вот березы поломаны. Вот слева. Вот поломанная береза, вон береза поломанная. Да здравствуют новые дороги! Ремонт дорог потрясающий просто. Слив отличный. Итак, кораблик, который смог. Или не смог, не знаю, проедем мы, не проедем. Потому что волны здесь пипец. Ты смотри, вот машин, встречный машин, всякая волна. Не знаю, серфингом можно заниматься. Смотри, сколько идет вообще, просто пипец. Все круги, которые я сегодня приезжала, были залиты. Вот так. Вот дерево тоже валяется. А, очень вообще просто жестко брич завалило наш с тобой любимый. Вот, смотри, вообще пипец. Вот тебе апокалипсис просто. Офигенский. И музыка еще такая прям. Как надо. Смотри, как завалил гидромак. Топами. Вопрос того, что это новая дорога, это такой ремонт дорог. Потому что там, где мы идем, где старый асфальт, да, пускай с дырками, с пыль. Слушай, я не поеду. Поехать или не поехать? Сколько там глубоко? Вот, едут вроде. Что же я, наверное, не хуже. Блин. Народ вон стоит в луже. По щиколотку. Ну, кто-то заглох. И это прям конкретно вопрос того, что сделали новый ремонт дорог. Че, так подъедем, короче. Такие, опа, и елка на дороге лежит. Нет, не знаю. Едем по новой дороге, опять, да, и опять здесь лужа. По свежему, именно там, где положили свежий асфальт. Это Карл Липнихта. Ну, как бы... Здесь еще не такая глобальная луженция, но все равно она малоприятная.